В области отмечают Международный день музеев, а также День работников культуры и искусства. К примеру, в Касталовском и Шангрылаусском районах провели торжественную встречу, где наградили ряд сельских специалистов и чествовали ветеранов сферы. А в Каратубинском организовали выставку школьных музеев. В культурно-досуговом центре Касталовского района прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню работников культуры и искусства. Перед началом участники ознакомились с выставкой достижений культурной жизни района. В ходе мероприятия аким района поздравил деятелей культуры и искусства с праздником и вручил благодарственные письма ряду сельчан, плодотворно работающих на своем поприще. Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой с участием этнофольклорного ансамбля, танцевального ансамбля «Карлагаш», ансамбля дамбристов, образцового коллектива традиционных певцов «Казжебек», вокально-инструментального ансамбля «Жас Толқын» и других артистов. Сегодня замечательный день. Наша талантливая молодежь порадовала своими результатами и выступлениями. Мы поздравляем всех работников сферы, желаем творческих успехов, новых достижений, постоянного роста. Такое же праздничное мероприятие состоялось в Доме культуры Шангырлау. Аким района Мурат Умралиев поздравил виновников торжества с профессиональным праздником и наградил ряд специалистов, отличившихся в своей работе. Я всех вас поздравляю с профессиональным праздником. Этот праздник дает возможность пропагандировать нашу богатейшую культуру и искусство. Он объединяет всех талантливых одаренных личностей, показывает уровень нашего духовного роста и способствует укреплению общества. Церемония награждения продолжилась праздничным концертом, подготовленным местными артистами. А в Каратубинском районе в рамках празднования 105-летия образования правительства Алаш-Орды и к Международному дню музеев была организована выставка районных школьных музеев «Говорят экспонаты». Каждая школа представила свои музейные ценности и рассказала об истории своего села. Совместно с районным центром туризма мы проводим это мероприятие. Школьники заинтересовались такой встречей и много узнали нового о своем районе. Всех поздравляю с Днем музеев, и пусть краеведов у нас будет больше. Цель выставки – воспитание гражданственности и патриотизма, сохранение историко-культурного наследия, а также повысить ценность музеев и изучить значение движения «Алаш» в истории страны. Алмагуль Джампиисова, Мирбек Бисикешев, Евгения Потапова, Уралбек Куаншкалиев, Калыбек Акрап, телеканал «Акжаик».